Так, ребята, всем привет! Вы на канале Ван Дамма. И хотелось бы показать вам и поединок с турнира Юбилей 5 лет. Кстати, победная серия кончилась. Если посчитать с подотвительным этапом, то у меня было 25 побед подряд. Если с подготовительным, то есть 15 побед было в основном этапе и 10 в подготовительном. Сорвали нам эту победную серию Зевс Серега. Тот, что 10 ОУ и аватарка за 25к голды. Ну и стратег. Оба приговоровцы играли одной и той же тактикой. Тактика такая, блядь, в этом турнире очень сильно работает. Потому что сопли очень тяжело выживать. И тем более как-то пытаться нападать. Кто не в курсе, это Зевс щит плюс Торы. Если найдется хоть один сопротивление с 23 ранга, который сможет их убить, то я ему поаплодирую стоя, потому что лично я не смог уничтожить Зевса щит когда, и плюс Торы. Как только ты начинаешь, ну, пытаешься выходить в кричты, и тебя просто-напросто потом начинают давить на земгой. Когда ты пытаешься делать на земгу, тебя давят Торами, понимаете, в чем проблема. И некоторые, он стратег, допустим, даже не давал мне возможности выйти там кричты. Как только я засел на базе, он сразу же поехал своим Зевсу щитом на мою недобитую базу и начал меня давить, короче. Ну, стратегу, конечно, 22 ранг. Несмотря на то, что 22 ранг, развитие как у Сереги. Ну, вообще, как у других каких-то там 24-х рангов. Честно, я не ожидал, что это 22 ранг так играет. Очень быстро развивается. Молодец. Как игрок, он, конечно же, мощный. Спорить не буду. А как человек, то... Тут, конечно же, промолчу. Бой против контроля. Боец из клана Психи, Винрейт 88, тоже есть в легендарке медали. Давайте посмотрим. Сопрано Сопру. Клан на клан, так сказать, да? Наши конкуренты Психи. Карта была Тропа Ягуара. План... Какой план? План, как обычно, Ягодики плюс... кречеты, а потом будем смотреть по обстановке, как оно все пойдет. Опять же, смотрите, с развертки ни производство, ни этот самое, только красная подготовка, разведку голдовую включать бессмысленно. А мой оппонент, кстати, на голдовой разведке бегал, а я в это время вот снабжение бомбанул и поставил 4CS развертки. Сбор ресурсов такой себе, но как бы никакой роли они там особо не играли, те 54 ресурса. Вот 5-я ЦС застроилась, строю снайперскую вышку, делаю каюта, все как обычно, все как надо. В этом турнире именно так я и играю все свои поединки. Выхожу в третий уровень штаба, тут вот кают едет, пытаюсь это тут поймать разведчика, вот, кстати, вот и разведчик. Вот эти вот лисы, конечно, блин, немножко даже самого бесят. Тут встречает меня три койота. Показал, что это какой-то раш. И поставил пушку. Ну, не стал рисковать, потому что это могло бы быть опасно. Выходим мы в его дикий. Дополнительная электростанция. Чтобы хватало электричества. И вот аэродром, и все как обычно. Тем временем противник пытался разведать, но тут его встречают пушка и уже так называемая ракетка. То есть не ракетка, а ягуар. Производим мы на общем производстве кречета и ягодики. Все то же самое. И пока что сейчас сделаем разведку, и потом будем понимать, что нам делать. Так как противник уже спалил мою авиацию, скрывать не имеет смысла, а мой оппонент делает абсолютно то же самое. У него тоже 6CS, его дикий плюс авиация. Точно-точно все то же самое, как и у меня. Ничего необычно, только у него есть ПО. Нет, пока что нет, но скоро оно будет. Хочу принимать решение, ну, планирую принимать решение захватывать центр карты, так как там более, ну, более правильный будет.
и выходить, наверное, все от уровень штаба, чтобы уже делать его хам. Кстати, кречеты летают, тут моих подловили, дали им хорошего такого подзадника. Пытаюсь как-то принять бой, ничего не получилось, хотя нет. Несколько залпов мы дали своими креветками, тут пехотами и расстреляли. Тоже, кстати, противник тоже ресурсы не берет, потому что прекрасно понимают, если он их будет брать, то большой супер ящик, супер 30 так называемый, будет возле моей базы. Вижу, что он где-то вот тут занимает свою позицию. Я понимаю, что надо делать его хам и тоже туда выдвигаться, потому что это будет более правильно. Противника то же самое, уже, кстати, улучшился за этот самый завод Хамелеона, у меня только улучшается. То есть противник мой развивается чуть быстрее меня. Но при этом у меня уже есть второй завод Ягуаров. Кстати, была разведка со стороны противника. Посмотрел, улетел, то же самое. Ну, якобы, мой успех был в том, что я чуть-чуть быстрее наделал, ну, чуть больше сделал Ягуару. Ну, это не совсем меня спасло, так как туман имба, и не понимаешь, сколько там и танков находится. Вот, выстраиваю своих Ягуаров, принимаю бой, принимаю, ну, выгодную позицию для меня, противник тронулся, я нанес мощные залпы как раз по туману, минуснули его. Тут, кстати, смотрите, сколько Ягуаров, в принципе, как и у меня, плюс-минус. Пытаюсь управлять одним хамелеоном, не совсем получается, противник отступил, понимает, что как бы бессмысленно ему нападать, потому что тот, кто нападает, всегда в невыгодной позиции. Вот клещ летает, это так была разведка, чтобы там вдруг не было альбатросов, потому что альбатросы могли бы быть, и мне бы было неприятно, так как у меня бы накрыли, а я пока что не хочу рисковать с этими альбами, довольно-таки опасно нападать, делать их. Вот идет мощная перестрелка, никаких ничего, ни палаток нет. Все идет довольно-таки хорошо. Что у меня, что у противника. То есть я имею в виду ни интернет, ничего тут не выяснит. Все у всех работает, все идет активное производство. Кстати, улучшаю свой авиазавод до так называемых альбатросов. Кстати, тут кречеты летают. У противника есть 4 кречета, а у меня только один дикобраз. Это, конечно же, не совсем приятно, так как буквально одна стрекоза, и мне могут минуснуть хамелеоны и армию. Вот, кстати, противник тронулся в атаку, я его встречаю, мощные залпы по хамелеону, мы его убили на изях. Кстати, хамелеоны я неплохо выбиваю, в отличие от противника. Идет перестрелка, опять минус туман, пытается противник еще подъехать, включил сразу 2 тумана, но я их вижу. Я как бы хорошо понимаю, где они находятся. Я, кстати, свои туманы я не включил. Пытаемся перестреливаться. Идет неплохая перестрелка. Тут непонятная ситуация была. Не мог понять, где чей туман. Довольно-таки непонятно было. Вот опять же стреляю. Пытаюсь попасть. Что-то тут и попадаю. Кстати, вот слетели вертиксы. Вижу, что противник отступает. Это может говорить о том, что у него нехватка армии или разряжен туман. Я этим моментом воспользовался, эти мощные залпы, то в точку по туману попал, и противник пускает вперед своих дикобразов, и временем мне, практически добил я туман, хамелеон почти мертвый. Противник пытается сделать своих, отправить кречеты на патруль, чтобы они убили каких-то там юнитов, но у него ничего не получилось. У меня довольно-таки еще большая армия, имеющая 3 тумана, противников в дальнейшем уже нет никаких шансов на победу. Так что, ребят, вот такой бой против контроля, 23 ранг из клана психи. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте свои лайки и подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, какой вам бой был бы интересный. Атачи, кстати, обязательно выложит мои поражения, и там вы увидите, что шансов никаких не было. И пусть эти умники не пишут, что там я рак, как-то неправильно сыграл. Вот кто сможет сыграть и их победить на 23-м ранге сопре, то тогда я ему похлопаю стоя. А так это умничать не стоит, потому что это просто-напросто баловство и тупые советы, которые на самом деле некоторые игроки не могут сами их победить. А просто давать тупые советы, оно не стоит того. Так что всем пока.